комнате у Андрея идеальный порядок, а в гостиной уже наряжена красавица-елка. Вместе со своим старшим братом 9-летний мальчик уже 4 года живет в детском доме. Оставшийся без попечения родителей, Андрей не унывает, продолжает улыбаться и радоваться каждому дню. Второклассник хорошо учится, занимается в вокальной студии и в секции вольной борьбы. Андрей очень добрый, отзывчивый, ласковый ребенок. И уже сейчас можно сказать, что у него замечательные лидерские способности. Он может организовать ребят, повести за собой. И мы думаем, что в будущем он выберет профессию, где ему нужно будет приложить свои организаторские способности. На днях в гости к мальчику заглянули сотрудники следственного управления. Зная об увлечении Андрея самолетами, следователи решили сделать мальчику необычный новогодний подарок. Целый день второклассник провел со служителями закона. Вместе они посетили контактный зоопарк, где можно было погладить и покормить енотов, кроликов, обезьянок и даже льва. Но настоящим сюрпризом для Андрея стал полет на самолете. Мальчик прошел курс молодого летчика на симуляторе полетов «Боинг» и побывал за штурвалом воздушного судна. Новый год – время исполнения самых заветных желаний. Особенно сильно новогоднего волшебства ждут те, у кого так немного поводов для радости. Дети, оставшиеся без попечения родителей, и нуждается в заботе и внимании, как никто другой. Сотрудники следственного управления надеются, что подарили Андрею незабываемый день. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.